Здравствуйте, уважаемые посетители сайта terura.com. В этом видеоуроке я расскажу о том, как поддерживать рейтинг на сайте rootracker.org. Это как бы продолжение прошлого урока. Зачем нужно поддерживать рейтинг? Так, зайдите вот сюда, вот вы зашли как, и нажмите на ваше имя левой кнопкой мыши. Вот, зашли. Рейтинг. Вот видите, рейтинг сейчас 0. Когда рейтинг будет падать, то есть еще ниже будет падать, то вам будет запрещено скачивать. То есть, как бы объяснить. Сейчас попробую. Вот у вас рейтинг ваш. И вот когда вы скачиваете файл, он уменьшается. Минус, то есть он падает на 1 пункт. Скачали еще файл, он падает еще на 1 пункт. И вот когда он пересекает вот эту линию, сайт запрещает вам скачивать что-либо. Для этого нужно выложить что-то свое. Но я сколько не пробовал выкладывать, обычно это уже было. Ну, то есть приходилось заново регистрироваться. Но потом мне знакомые посоветовали одну программку, которая имитирует, так скажем, подъем рейтинга. Эта программа называется Ratio Master. Ее тоже вы можете скачать ниже. Так, свернем наш браузер. Вот она в папочке. Нажимаем 2 раза. И вот, так скажем, знак бесконечности Ratio Master. Выбираем. И как нагонять рейтинг? Это делается очень просто. Запустили эту программу. Ее устанавливать не надо, так же, как и предыдущую программу Torrent. Вот здесь сначала вверху выбираем, а вот предлагается новая версия, но мы нажмем нет. В принципе, нас и это устраивает. Вот вверху выбираем язык, language. Вот, да. Нам нужен русский. Нажимаем на стрелочку и выбираем здесь русский. Вот, теперь торрент файл. Как бы отсюда будет нагоняться рейтинг. Я сильно сам не вникаю, и вы не вникайте. Просто вам от этого будет хорошо, а какая разница, как так. Вот, рабочий стол и тот трекер, трек выбираем, который мы скачали до этого, то есть киллеров. Вот, находим его. И нажимаем открыть. То есть достаточно только один сохранить, а остальные просто-напросто потом удалять. Они вам не нужны. Вот с этого файла мы будем сейчас нагонять рейтинг. Скорость отдачи ставим небольшую. Там, например, если у вас интернета небольшая скорость, то ставьте, допустим, 100 килобит. Я вот, например, ставлю 150. Мне, так скажем, позволяет моя скорость. И скорость получения 50. Завершено 100. Тоже выставляете. Остановить процесс и выбирайте здесь после отдачи. То есть пункт вручную, после получения, выбирайте после отдачи. И вот здесь поставьте цифру 2, и в третьей колонке выберите не МБ, а ГБ, это гигабайт. То есть после отдачи 2 гигабайт процесс остановится. Все, вроде бы настроили, и нажимаем «Начать». Сворачиваем, и она сворачивается сюда. Да? Единственное, что нельзя выключать компьютер, отключать интернет, пока, так скажем, рейтинг не нагонится. Обновление произойдет через 55 минут, но обычно это происходит гораздо больше, где-то около 2 часов. Но зато раз нагоните, и потом месяц можете запросто хоть что качать. Вот в этом плюс этой программки. Вот, в принципе, и все. Она свернутая, работает сама по себе и вам не мешает. Все. Урок получился достаточно маленьким и очень простым. Благодарю за внимание. До встречи в следующем видеоуроке.